Короче, подъезжаем. Все притормаживает. Кабинка открывается сама, я так думаю. Открылся лифт. Мы смело можем выходить. Добрались мы до берлоги. А вон продолжение. Вот такая обстановочка. Надо ехать дальше наверх. Едем наверх, а потом уже вниз будем спускаться и... Да. Поднимаемся наверх, наверное. Поднимаемся на следующую. А, опять карточка нужна. На каждую канатку надо прислонять вот такую карточку. И также садимся. Честно? Ну, давай, не блин, в нашу кабинку залезли с мусором. Давайте сначала репетицию шагали слева. Давайте. А он оттуда зашел. Ну и что? Интересно и страшно. Вот так это все и выглядит. Это я Люка попросил. А, Люка. Заходите. Заходите, начинайте заходить. Опа. Все зашли? Вроде бы все зашли. Больше туда, давай пересядем, потому что ты будешь смотреть сейчас туда. А не, он сказал же не так. 120 метров. Когда ты здесь, говорит, сидишь. Там, конечно, там полкилометра. Аккуратно, двери закрываются. Следующая станция Карловская. Еще не видно. Сейчас наберем немного скорости. Да, мы едем вон туда. Ну вот, смотровая тоже складка. А там такая пропасть. А там такая отлогая. Ну вообще шикарная. Какие-то вентиляторы, я не знаю для чего. Тихо. Это кто так нам стучится? Ладно, не стучит. Ну нет, это... Я думаю, что это пушки, могут быть пушки с снежной зимой. Снег навалил. Ты что, не понял, что не ест еще? Вы лучше не пугайте никого. Ну, что за прикол вообще? Да я не стучал такой, что... Да, Слава, я видел. Что, не понимаешь? Ну, красота, что сказать. Вот, видишь, еще, вот. Канаты. Они сами, наверное, вот это и есть трассы. Не, горнолыжные. Вот это, наверное. Ну вот, где нет деревьев, это вот все трасса. Ну вот мы по трассе. Вон там трасса. У меня есть лекарство. Смотри. Смотри, у меня есть лекарство. Да, конечно, все, страха. Все в этих, да, канатках. Наша, конечно, дорога отдыхает, я вам хочу сказать. Наши трассы отдыхают. Я просто думала, что здесь у нас... Я думала, что у нас чуть ли не лучшие в России. Кавказские горы высокие. Не, ну реально я так думала, что я мне теперь. Лучше в России. Разумели, но этого мы хотим. Хотят такое же сделать? Да я не хочу. А, мы на ту гору подвигаемся, на самом деле. Да, аллилуйя, догадался. А уже, видишь?
видишь ущелье? Не хочу. Тапочках, конечно, вообще классно. Я вообще даже их сниму. А я? Ты снимешь. Он смеялся над нами. Русских. Мам, расскажи историю, как мы были с нами. Че? Как? Как в папу цепляюсь. Дело, папа над нами смеялся, что нас покусали медузы, да? А потом его самого подписали. И рыбы, и медузы. А там можно сейчас поиграть? Я вся одета. Я вот такой любви. Я тоже хочу расти. Я уже везде. От головы. Мама, там можно штучки поиграть? Мам, ты можно штучки поиграть? Тихо, Слава, не бегай. По коридору. Так, смотри вниз и наслаждайся. Вместе посиди. Последний подъем. Там тоже прилично будет. Там... Нет, там тоже есть еще. Вниз, а потом наверх. Ведь. Они гуляют, гуляют тут. Ну, точно так же по кругу. Ты что, она вниз поедет, да. Она в боку так идет, и обратно. И люди туда идут кататься, а потом идут наверх. На открытый я тоже. Мы пойдем чарочку искать. Берлогу. Что мне как-то без алкоголя не справиться. Я хотела с этим удовольствием. Потом думала, в туалет, где бережу. Я тоже хотела, но пивасик слабое. Слабое. Да, слабовато. У нас там вина вот столько еще в бутылке в холодильнике. А у нас тот так и стоит, да? Надо его, мы домой не повезем. Перегруз будет.
Нет, да у нас там намного можно. Мне кажется, 100 кг нам можно. А у нас оплачено только 20. Чего мы мед не едим? Мам, мам, чего мы мед не едим? Мне кажется, понимаешь, чем сидеть и мучиться. Оставайтесь в кабинке, написано там. Здесь зачем-то это сделана стоит. Остановка. Еще непонятно. А уши закладывают, да? Да, уши у меня уже вообще как-то... У меня от страха ничего не закладывают. И сейчас мы рванем на самую-самую высоту. Вон уже снег видит. Самое неприятное, конечно, что еще обратно ехать, понимаешь? Это же приятно. Спускаться всегда страшнее. Сад камней. А, я смотрю, ну что такое? Сад камней. Мы тоже на лягушке делаем. Нет, ну обязательно повторять надо, брат. Ты что, ты меня был? Угу, классно. Все, мы наравне. Нет, а интересно, раз поднялся и вниз спустился до, ну, на лыжах. Как тут пытаться, интересно?
за раз поднялся и день спускаюсь весь. И спускаюсь. До вечера.